Десятый год подряд в Российской Федерации проходит всероссийская благотворительная акция под флагом «Добра», с каждым годом все больше подтверждая актуальность слов великого врача и человека Фридриха Гааза «Спешите делать добро». Забота о жизни и благополучии детей получила отклик в добрых сердцах сотен тысяч людей. Акцию под флагом добра поддержали известные люди страны. Политики, спортсмены, музыканты, звезды шоу-бизнеса. Среди них Александр Жуков, Аркадий Дворкович, Андрей Шаронов, Сергей Лавров, Денис Мацуев, Владимир Соловьев, Дмитрий Харатьян, Марат Башаров, Михаил Гребенщиков, Валерий Сюткин, Эдгар Запашный, Илья Авербух, Николай Гуляев, Сергей Минаев и многие другие. Всероссийская благотворительная акция «Под флагом добра» проводится в 10-й год. Ее основателями являются спортивный клуб «Росич» при правительстве России и футбольный клуб «Звезд эстрады России» «Старко». За 10 лет в рамках акции «Под флагом добра» были проведены 215 благотворительных футбольных матча в 22 регионах России. За период деятельности фонда оказана адресная помощь 3069 детям на общую сумму более 270 миллионов рублей. Одним из крупномасштабных мероприятий фонда стал международный музыкально-спортивный фестиваль «Артфутбол». «Артфутбол» был придуман и впервые проведен в России в 2007 году. Фестиваль стал одним из самых заметных мировых спортивно-музыкальных событий в поддержку идей доброты и гуманизма. Он проходит в рамках акции «Под флагом добра», цель которой – сбор средств на лечение тяжелобольных детей. Проект «Арт-коммуникация». «Арт-коммуникация» – это новое слово фонда. Проект, объединяющий известных артистов и молодежь Москвы, а главное – приносящий радость детям. Цель проекта – совершенствование условий социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем оказания услуг арт-терапии и дополнительной волонтерской поддержки. Фонд «Под флагом добра» организует посещение детских домов и домов ребенка иностранными артистами. Совместно с волонтерами они посещают дома ребенка, дают концерты, устраивают мастер-классы и лекции, демонстрируют искусство владения восточными единоборствами. После выступлений рисуют вместе с детьми и учат их играть на своих национальных инструментах. Общение с иностранными гостями помогают ребенку расширить свой кругозор и весело проводить время. Фонд «Под флагом добра» ежегодно проводит форумы для волонтеров. Первый всероссийский форум волонтерского движения «Под флагом доброй воли» прошел на территории ФДЦ «Смена» в поселке Сукко в 2011 году. С 2012 года на территории ВДЦ «Орленок», участниками которого ежегодно становятся школьники, учащиеся медицинских учреждений и подростки из различных регионов Российской Федерации. Почему мы так стараемся привлечь к этой акции внимание? Главное заключается все же не только в интересной игре, даже не только в сборе средств со спонсоров. Мы считаем, что благотворительность, конкретная адресная помощь очень заметно врачует души всех нас, участников и зрителей. Александр Жуков, председатель оргкомитета благотворительной акции «Под флагом добра». Приглашаем всех неравнодушных людей творить благие дела под флагом добра.